небольшое предисловие для тех, у кого аккаунт привязан к Фейсбуку. Не используйте двухфакторные проверки, потому что Facebook на данный момент очень ленивая система и смс-ки отправляет раз через раз. Поэтому у кого эта фигня стоит, то отключите, потому что не всем, повторюсь, приходят смс-ки. Также вот эту всю систему, которую я расскажу в видосе, вы сможете провернуть, если у вас будет стоять имя и фамилия в Фейсбуке, такая же, какие у вас написаны в паспорте. То есть там без всяких, там, например, Ванёк, Ванчо, Вано и так далее. То есть у кого стоят фейковые имя и фамилия, то измените на настоящий, потому что вдруг что, а вам это уже не восстановить. Будьте бдительны и смотрите видос. Итак, ситуация такая. Вы в один прекрасный момент заходите на свой аккаунт в Facebook, а там пишет, что соединение потеряно, введите пароль от аккаунта. Вводите, а он неправильный. Вы такие, что за фигня? Открываете, забыли пароль, а там и телефон, и почта не ваши. Что же делать? Переходите по ссылке, которая будет первая в описании. Вот, мы перешли на этот сайт. Мы выбираем вот тут из четырех вкладок вкладку «Конфиденциальность и личная безопасность». Нажимаем. Ждем. Теперь выбираем взломанные и фальшивые аккаунты. Это будет в самом низу. Вот. Теперь выбираем. Мне кажется, что мой аккаунт был взломан или кто-то использует его без моего разрешения. Нажимаем. Теперь вот тут будет, если вы считаете, что ваш аккаунт был взломан или используется еще кем-то, вам следует посетить эту страницу. Нажимаем на текст «Мой аккаунт был взломан». Так, теперь вот тут мы вводим старые данные от аккаунта. После того, как мы ввели данные от аккаунта, мы нажимаем «Войти», у вас будет «Проверьте данные», «Проверьте правильность данных». Нажимаете «Забыли пароль». И вот тут будет... Да-да-да, там вся информация. Нажимаем «Больше нет доступа». Так. И вот тут выскакивает табличка. Попробуйте войти со устройства, которым вы обычно пользуетесь. То есть... Когда меня взламывали, такого бы не было. Сейчас вам могут вернуть аккаунт, если вы просто несколько раз входили в этот аккаунт с одного IP или с одного телефона. Просто нажимаете «Готово» и выбираете нужный браузер. Вот тут вы вводите данные аккаунта, которые были до взлома, или до того, как у вас его украли. Потом вам у вас появляется ссылка на сайт, вы туда переходите, заполняете резюме, ну или анкету, и прикладываете фото документа. Это либо свидетельство о рождении, либо паспорт. Потом в течение 24 часов к вам на почту, указанную в обращении вашем, приходит письмо с ссылкой на сайт. Вы обязательно это нужно делать с компьютера, потому что с телефона не открывается. Вы открываете эту ссылку с компьютера и переходите на сайт. Там вы получаете удаленный доступ к своему аккаунту. Там вы отвязываете пароль, отвязываете почту и телефон взломщика и меняете пароль. Грубо говоря, аккаунт восстановлен. Нажимаете, там будет справа сверху «Сохранить», и все, ваш аккаунт снова у вас. Я говорю, что это работает, потому что именно таким способом я и восстановил свой аккаунт.
Если это было, если мое видео было полезно, то отпишитесь в комментарии. Ну вот, всем спасибо за просмотр, всем счастья, здоровья, всем счастливо, всем пока. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поставил? Не поставил? Чего не понял? Мне встать? Кто-то же не ставит, представляешь? Нет, я сейчас могу встать.